косу с ромбами и коса сама у меня 12 петель а отделила я по 2 петли изнаночных до косы после косы и в чем здесь заключается смысл вот смотрите 12 петель идет коса сначала я делаю один раз перекрещивание во втором ряду два раза перекрещивания в третьем 3 в четвертом 4 в пятом 5 и в шестом ряду 6 раз. Когда я все петли перекрестила, я начинаю на убыльте. То есть 5 раз, 4, 3, 2, 1. Затем полностью ряд лицевыми. И снова начало косы. Давайте я еще покажу на примере. Я провязала 2 изнаночных, которые отделяют косу. Вот они. И теперь провяжу 5 петель лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь мне надо сделать перекрещивание. Я первую петельку снимаю, не провязывая нить за работой, а вторую петлю провязываю. Провязала, затем одеваю снятую петельку, петлю, а эту петлю Возвращаю. И снятую петлю я тоже провязываю лицевой. И снова 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночных. 2 лицевых. Давайте один ряд я полностью провяжу, а со второго буду только показывать рисунок. Итак, здесь у меня все лицевые. Тоже 20 петель, все лицевые. Начинаю второй ряд рисунка. Во втором ряду я прибавляю одно перекрещивание и буду теперь перекрещивать два раза. Вот две изнаночных отделяющие косу. Так. Дальше идут 12 лицевых. Вяжу 4. Теперь в этом во втором ряду 4 лицевых. Раз, два, 3, 4. Провязала 4. И первое перекрещивание. Петельку снимаю, нить за работой. Вторую провязываю. Затем снятую возвращаю. Вот так, таким образом. И провязываю лицевой. Одно перекрещивание сделала. Теперь второе. Все то же самое. Снимаю петлю, Вторую провязываю. Так. Провязала. Снятую петлю возвращаю на спицу левую. И тоже провязываю лицевой. Два перекрещивания я сделала. И 4 лицевых. Раз. Два. Три. Четыре. Две изнаночных. Всё, два ряда я провязала теперь третий теперь ряд третий продолжать. ряд косы 2 изнаночных теперь в третьем ряду я буду перекрещивать посередине три раза для этого я провязываю 3 лицевых 1 2 3 и начинаю все то же самое первую петлю снимаю вторую провязываю Снятую петлю одеваю, возвращаю на спицу и тоже провязываю лицевой. Снова снимаю вторую, провязываю лицевой, возвращаю снятую на спицу и провязываю тоже лицевой. И третий раз перекрещивание. Все то же самое. Первую петельку снимаю, провязываю, а снятую возвращаю на спицу и тоже провязываю лицевой. Три изна... Ой, три лицевых. Две изнаночных. Три ряда провязали. Теперь будем четвертый ряд вязать. четвертый ряд рисунка мы будем перекрещивать четыре раза я провязываю 2 лицевых 1 2 и начинаю перекрещивать снимаю петельку нить за работой эту провязываю затем снятую возвращаю и провязываю лицевой и так четыре раза 2 третий раз снимаю провязываю снятую возвращаю на спицу и лицевой провязываю и четвертый раз перекрещивание петлю снимаю вторую провязываю снятую возвращаю на спицу и провязываю лицевой две лицевых, две изнаночных. Четвертый ряд рапорта мы провязали. Провязываем пятый ряд рапорта. Итак, 2 изнаночных, одна лицевая. Теперь будем перекрещивать пять раз. Первую петлю я снимаю, вторую провязываю. Возвращаю снятую на спицу и тоже провязываю лицевой. Один раз перекрестили, второй раз. Делаем все то же самое. Второй раз перекрестили, третий раз. Четвертый раз снимаем вторую петельку, провязываем лицевой, первую одеваем, возвращаем на левую спицу и тоже провязываем лицевой. И теперь пятый раз перекрещиваем, снимаю первую петлю, вторую провязываю лицевой, возвращаю снятую петлю на левую спицу. И тоже провязываю лицевой. Так, тут у меня подтянуть надо. Вот провязываю лицевой. Все. И одна лицевая. Две изнаночных. Пятый ряд провязала. Теперь шестой. В шестом ряду мы будем перекрещивать все петли. Шесть раз. Это первая половина раппорта. Две изнаночных. Теперь, начиная с первой петли, я снимаю ее на правую спицу, а вторую провязываю лицевой. Возвращаю на левую, а провязанную одеваю уже на правую и провязываю лицевой. И так я буду повторять 6 раз. И шестой последний раз я буду снова перекрещивать. Первую снимаю нить за работой. Перекрести, ой, провязываю лицевой, затем перекрещиваю петли и тоже провязываю лицевой. Вот это первая половина треугольничек нашего ромба. Две изнаночных. Теперь со следующего ряда мы будем идти на убавление. Я покажу. Начинаем вязать седьмой ряд. В седьмом ряду у нас ром пойдет на убыль. Вот мы последний раз в шестом ряду перекрестили все 12 петель 6 раз. Теперь в этом ряду, в седьмом, мы будем перекрещивать 5 раз. Для этого я буду провязывать по бокам. По одной лицевой вот провязала лицевую а теперь буду делать пять раз перекрещивание первую петлю я снимаю нить за работой так провязываю лицевой вторую петлю а снятую возвращаю и тоже провязываю лицевой второй раз первую петлю снимаю вторую провязываю, снятую возвращаю и провязываю лицевой. Снова снимаю, вторую провязываю, снятую возвращаю и тоже провязываю лицевой. И так пять раз. сейчас пятый ряд пятый раз делаем перекрещивание это пятый раз и 1 лицевая лицевой 2 изнаночных 7 ряд провязали приступаю вязать 8 ряд 2 изнаночных 1 2 теперь 2 лицевых провязываю лицевыми и теперь мне надо перекрестить 4 раза начинаю первую снимаю петлю вторую провязываю лицевой снятую возвращаю на спицу эту подхватываю чтоб не убежала провязываю лицевой одно перекрещивание я сделала еще раз. Снимаю петлю, вторую провязываю лицевой. Снятую возвращаю, а провязанную одеваю на правую спицу. Снятую провязываю лицевой. Два раза. Еще раз. Все то же самое. Перекрещиванием. Первую снимаю, перекрещиваю, провязываю лицевой. Вторую возвращаю на левую спицу и тоже провязываю лицевой. Вот 4 раза я перекрестила. 1, 2, 3, 4. И тоже как и в начале 2 лицевых. 1, 2, 2 изнаночных. Восьмой ряд провязан сейчас приступим Иступаю. к девятому. вязать девятый ряд 2 изнаночных теперь я буду перекрещивать три раза и 3 лицевых я провязываю просто лицевыми провязала теперь делаю перекрещивание опять петлю первую снимаю вторую провязываю лицевой возвращаю снятую петельку и тоже провязываю лицевой вот перекрестили снова делаем перекрещивание сняла не провязывая нить за работой вторую петлю провязала теперь меняю местами не провязанную возвращаю а провязанную одеваю на правую спицу Эту провязываю лицевой. Два раза и еще раз. Снимаю первую петлю, вторую провязываю лицевой. Возвращаю. Вот сделала перекрещивание и провязываю лицевой. Три лицевых без изменения. Раз, два, три. То есть не перекрещиваю. Две изнаночные. Десятый ряд. Провязываю, десятый ряд рисунка. Провязываю 2 изнаночных. Теперь провязываю 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И два раза буду делать перекрещивание. Первое перекрещивание. Петлю снимаю, вторую провязываю лицевой. Затем меняю местами. Поменяла и провязываю тоже лицевой. Теперь второе перекрещивание. Первую опять снимаю. Вторую провязываю лицевой. Меняю местами. Это и есть наше перекрещивание. И провязываю лицевой. Четыре петли я провязываю просто лицевыми 2 3 4 и 2 изнаночных начинаю 11 ряд рисунка провязываю 2 изнаночных 1 2 теперь в этом одиннадцатом ряду я буду делать одно перекрещивание Поэтому я провязываю 5 лицевых без изменения. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала и делаю одну, один перекрест. Перекрест. Вот, сняла. Вторую петельку провязываю и меняю местами. Теперь и вторую провязываю все один раз перекрестили 5 лицевых 1 2 3 4 5 2 изнаночных 12 ряд рисунка и он последний 2 изнаночных и и все петли я провязываю все 12 петель лицевыми 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 изнаночных ну, сейчас движущую и покажу что получилось Вот такая коса начинает формироваться. Я провязала с вами раппорт узора, который состоит 12 рядов в высоту и 12 петель в ширину плюс изнаночные, которые его отделяют. Ну, изнаночные можно сколько хочешь ставить. Хоть, хотите 2, хотите 3, это уже на ваше усмотрение. И вот кому понравился узор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я всем очень рада, а я с вами прощаюсь до новых встреч.